Ну, русский народ, наверное, один из самых терпеливых народов. Хотя есть не пальцы, но нас больше. Поэтому я думаю, да, действительно, мы выдержим все. Я надеюсь, что прививка 91-го года у всех есть. И что все помнят эти времена, и никто не будет устраивать никаких революций либо социальных потрясений. Если их не будет, то мы пройдем любой период, любой абсолютно. Если же мы подвергнемся каким-то революционным событиям, то это будет, конечно, кошмар и, в принципе, развал, катастроф. Поэтому сами по себе санкции не так страшны, как страшны либерал-демократы, которые, возможно, могут воспользоваться ситуацией. Я надеюсь, что не хватит мозгов ничего не творить, но... Я не могу за них отвечать, потому что я не могу за это отвечать совершенно точно.